Итак, ребят, всем привет. У нас начинается, как говорится, зимняя спячка, да? Ломка у кого-то. Ну и по традиции у нас пошло время посещения комрадов. В гостях у комрада рубрика. Многим эта рубрика понравилась. Кстати, сегодня мы находимся у одного из комрадов. Помимо всего копов, он занимается еще резкой по металлу будет позже. Вот. И он пригласил меня в гости. Ну, уже получается как традиция, каждый год приглашает. И приглашает не просто так, ребят, а подарки, вручать подарки мне, вам, которые будут разыгрываться у нас на стриме. Сегодня мы будем с Сергеем вот общаться немножко за чаепитием, покажу его несколько работ и покажу то, что будет разыгрываться вообще вкусняхи. Я уже посмотрел, у меня прям по бороде слюни потекли. Так что процесс работы покажу, общение будет интересно, смотрим. Итак, ребят, ну что, сидим, чаек пьем. Вот там, да, тот самый Сергей, который нам предоставил подарки на розыгрыш. Спонсоры, кусайте локти, кому не достанется. А кому повезет, облизывайте локти. Вещь вот она, ребята, классная. Чуть позже к ней. Сергей у нас, ребята, известная личность. Работает он с деревом. Вот, и его поделки даже были, ребята, на поле чудес. Да-да. Тот самый Якубович получил от него подарки. Ну, вот буква О, вот 600 очков. Пока вращается барабан, подарки в студию. О! А кто это резал? Это сделал наш умелец с города Самары Сергей Назаров. Также многие блогеры у него заказывали резьбу по дереву, различные подарки, логотипы. В общем, всем все устраивает. Ну и, в принципе, Сергей за свою работу просто-напросто гроши, ребят, берет. Работа шикарная, а дешево. Так что, если кому чего понравится, обязательно обращайтесь. Ссылочка под видео будет на ВК. Общайтесь, договаривайтесь, покупайте. Вот. Ну а сейчас давайте мы чаек попьем и посмотрим. Смотрите. Первое, что будет, ребята, одна из розыгрышей, будет вот такая резьба по дереву. И это для монет, монетница. Кто любит искусство, красоту, можете свои монетки шикарные засунуть сюда. Это екатериновская работа. Дальше, ребята. Кто не стал моим спонсором, еще не поздно, можете стать. Разыгрываться будет вот такое, ребята, шедевральная работа. Будет вот такая вот, ребята, вещь. Это, кто не знает, а кто знает, это нарды. Вот такие вот фишки в виде собачьих следов. Волчьих, да. Ну, пусть будут собачьи, кинговские, да, кинговские лапки. А то некоторые уже говорят: Саня, нам нужны ваши автографы с кингом. Вот такие вот фишечки. В принципе, уже можно играть. Прям да, просто-напросто получаете, играете, получаете удовольствие. Оформлена работа просто шикарно. Вот такой вот волк. Не, пускай будет кинг. Пускай будет кинг. Ребята, похож, кинг. Похож. Да, очень похож на нашего комрада Кинга. Вот такая вот работа будет разыгрываться среди спонсоров. Вот. Немножко давайте я вам покажу еще. Разнообразие будет великое. Плюс Сергей выслушал мою просьбу сделать такие же нарды, а именно для нумизматов. Фишки будут в виде монет. Не знаю, кому понравится, можете заказать, общаться. Все что угодно. Вот. По вашему требованию рисунок можно оформить. Как подарок на день рождения, да и вообще на юбилей, т.д. и т.п. 23 февраля. Да, 23 февраля, ребята, не с горами. И как раз вот, вот еще одна работа, смотрите какая. Это для мотоциклистов. Это байкерская, да, такая байкер. Тематика, смотрите, здесь крест, крылья, цепи, поршень, да? Да. И смотрите, железяки разные, фурнитура. Интересно, ну-ка, фишечки у нас. Тут вот. тайные да, какие-то замки. Вот эти вот. Все тайные, смотрите, оформлено в шкафу. Вот внутри. Так, внутри тоже черепа.
цепи, фишки. Обычные, ну, можно что-то заказывать на них, ребята. В общем, вот такая вот работа. Оценивать мне трудно. Работа шедевральная. Смотрите, кромка. Вообще классно придумано, вообще зачетная тема. На обратной стороне у нас тоже кресты, ой, черепа. В общем, ребята, тема классная. Но это не все, ребята. Вот даже смотрите, тут мы чай, кофе пьем, ребят. Можно вот такую шикарную тематику заказывать. Вообще бомба. Вообще огонь. Я бы с удовольствием, ребята, такую икону себе на дверь, на удачу, на глаз обязательно повесил. Вот. Вот, часики, такую тему можно, ребята, заказывать тоже, смотрите. Ну, это простая работа, да, но... Да, фанера. Зато, блин, смотрите, за вкусом, да? Как в глаза смотрят, душа смотрит. Да. Ребята, вот такая тема тоже. У меня, у меня дома есть тоже картина, классная, шикарная. Вот, такая вот тоже. Ребят, в общем, все, что угодно вашей душеньке, заказывайте. Все оформится в лучшем виде. Вот, я думаю, сейчас немножко пообщаюсь с Сережей и пойдем в цех. Немножко где шумно, где кипит вся работа. А у нас, ребята, снег. А вот где происходит, ребята, искусство. Очередной шедевр, что говорить. Бесчувственный станок. Сереж, а? Сколько уже по времени режут? Час. Вот нижний час. Это на орешек, что ли, вырезают, да? Да, это целый час. Ребята, целый час режет орешек. А вы представляете, сколько. Вы представляете, сколько, ребята, станок режет вот это вот искусство? Ого, ну ты, Сергей, прям нас. Балуешь вот таким вот чудом. Это пепельница, да? А? Это пепельница, что ли? Ну, это пепельница. Блядь, не понимаю, что это не так просто так исходит. Ну, это вот Николаевская. Вот, но она, это, брак у меня. Почему брак? Выгнула ее. Выгнула? Ее сразу надо было лаком покрывать. Короче, тут, ребята, полно всяких тарелочек, белочки, рыбки, моряки, ребята, морская пехота. Да. Иконки. Иконку в машину. Адрес, ребята, самарчане, можете обращаться. Переулок Учительский, 5. Сергей. Можете заказать у него работу из дерева. Итак, ребят, в общем, от Сергея я как в очередной раз, ребята, уезжаю с подарками. Сергей вот живет, смотрите, кругом. Ребята, оазис. Вот большие дома высокие. Так, прекрати, Ген. Это свой. В общем, ребята, 31 числа заходим, будет розыгрыш этих, ну и других призов. Так что приятного вам просмотра. Сергею огромное спасибо. Спасибо, Сереж, за подарки в очередной раз. С наступающим вас всех. Да, ребята, с наступающим от Сергея. От человека, у которого руки из нужного места. Человек, так что, пароход. Да. Ну все, ребята, всем пока. Сергею отдельно спасибо за призы. Поехали домой.